О, ты же писатель, че ты дерешься как не в себя? No, come back here. I swear I'll kill you if you hurt Alice. Do you hear me? Come back here. Так, у нас есть пистолет. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry. Там вот же страница. Окей, у нас есть револьвер с 30 патронами, у нас есть фонарик, и у нас есть три ракетки вот этих вот, которые недурно справляются с содержимыми. И это хорошо, это все очень хорошо. Мы готовы, пожалуй, отразить любое нападение, если их не будет слишком много. Хотя даже если их слишком много, я думаю, мы справимся. Собственно, куда идти? Куда идти? Скорее всего, налево, но мы сначала сходим направо, посмотрим, что здесь у нас. А, или здесь все равно. Лес-то он один, правильно. Ну да ладно. Оу, тихо, Алан, тихо. Все-таки я хотел бы придерживать... Оу! Действительно, капканы это хреново. Только что мы потеряли, ну, такую нехилую часть ХП. Так вот они, эти капканы. Слава богу, Алан их видит. И если мы в капкан попадаем, то тем самым призываем одного или двух одержимых, и держу пари, что именно они их и расставили здесь. Так, берем батарейки, берем патроны, это все нам понадобится. Перезаряжаем револьвер, и вот мы, собственно, я думаю, скоро вернемся к Барри. И будем думать, что делать дальше. Окей, так. Хотелось бы все-таки следовать дорожке, вашу мать. Отстаньте от меня, урода. Отстаньте от меня. Минус один, минус второй, где-то был третий, вон он ты. Давай, давай, иди сюда, скотина. Фух, вот это было, скажем так, неожиданно немного. Но я так думаю, это не все, потому что туман все еще здесь. И он сгущается. О, 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 о. Тихо. Наверное, здесь не следовало тратить ракету, но да ладно. Что не сделаешь, чтобы спасти свою шкуру, верно, Алан? Но туман все равно не рассеивается, только сгущается. Это значит, что впереди нас ждут еще противники. Ну и глупо было бы предполагать, что их не будет. Но здесь есть фонарик. Давай, давай, Алан. Ах, фак. О, 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 о. Вот здесь я, пожалуй, воспользуюсь, потому что картина большая. И у нас даже нет дробовика. Отлично. Давайте все-таки зажжем фонарик. Он нам здесь, ой, как понадобится. Тем более, сохранимся и восполним наше утраченное ХП. Также здесь есть батарейки и патроны для револьвера. А также вот он, наконец-то, дробовичок. А, нет, охотничье ружье с 5 патронами. Насколько я помню, это даже будет помощнее дробовика. То есть обычных одержимых, скажем так, оно убивает с одного выстрела. Вот таких вот больших буквально с двух, по-моему. Как-то так.
Видимо, это был какой-то охотничий лагерь. Окей, а мы идем дальше. Где тут можно сфокусироваться? It made no sense. It was clear that it had just fallen here. But it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Так, в самолете наверняка есть какие-то плюшки. Давайте посмотрим. Так, а где, собственно, наша обещанная... наш схрон, скажем так. Здесь немного тьмы. Немного тьмы как-то странновато звучит. Ага, нам куда-то вот в том направлении. Ну, давали, что ли, вы хоть чуть-чуть больше подсказок. А, вполне возможно, нам нужно запрыгнуть наверх. Но что-то мне подсказывает, что это не так-то просто сделать. Так, еще раз, где этот камень с подсказкой? Вот он. Стрелка указывает в том направлении. И больше здесь никаких подсказок я не вижу. А жаль. Очень хотелось бы. Вот странно, на каких-то легких и очевидных тайниках они ставят дофига подсказок. Вот этих вот стрелочек и всяких точечек, обозначений. Там, где действительно хрен поймешь, где находится этот схрон, они подсказок практически не ставят. Ну, что-то мне подсказывает, что нам все-таки наверх, только Алан, ну, я еще раз могу повторить, что он всего лишь писатель. Поэтому не может прыгать так высоко. А, ну вот, стрелка еще. Тьфу ты. Как говорится, все гениально просто, друзья. Вот он, схрон. Это просто я туплю. И здесь всего лишь две вот этих ракетки. Ну, скажем так, не густо, что у нас выбрано ружье. Давайте поменяем пока что на револьвер. Ибо патроны для ружья и для дробовика — это вещь дорогая. Поэтому будем пока что довольствоваться револьвером. И только в редких случаях... только в редких случаях придется переключаться на ружье. Ау. Да тихо вы. Ау, кто ты? Ну, достаешь и достаешь. С ножом и с молотком он, по-моему, был, да? Опасный парень, опасный. Ох, давайте фонарик. Бум-бум. Отлично. Отлично, фонари. Вот это, пожалуй, самая удачная фишка разработчиков, что они позволили игрокам самим включать фонари, а когда на хвосте еще стадо вот этих вот уродов, это действительно очень хорошо сказывается на атмосферности игры. Сзади какая-то падла уже летит, бежит. Собственно, враги в данной игре делятся на три типа. То есть среднестатические, которые убиваются с двух выстрелов, легкие, но проворные, которые убиваются с одного выстрела, ну и такие вот тяжеловесики, что ли, которые хрен убьешь даже с дробовика. Ну а также, скажем так, боссы, вот такие вот Карл, вернее, вот такие вот как Карл Стаки, и не только он, вот этот вот второй чел, забыл уже, как его там зовут, я же уклонялся, так. Окей, я понял. Оп, тихо, я не хочу умирать.
Так, и еще один, да? Да ну я же уклонился, ну это уже совсем не смешно, друзья. Алан, тебе плохо, да? Я понимаю, но впереди фонарик. Фонарик, это хорошо. Это очень хорошо. Отлично, здоровье мы восполнили. И мы в каком-то домике на озере. Возможно, это даже мельница. Я, если честно, уже не помню. Но, беги, Алан. Аккуратно. Так, мы можем войти внутрь. Главное, чтобы там никого не было. Пятна тьмы. Но мы уже знаем, как с ними бороться. Патроны для револьвера. И можем подняться на этаж выше. Оу, пятно, Алан, аккуратно. Словом, фонарь может выжигать тьму и без усиления, но с усилением он делает это гораздо быстрее. Так, вот там можно было подняться еще на этаж выше. Но здесь есть страница рукописи. Не зря мы сюда пошли. Это значит, что соберем более полную историю. А это хорошо. Так, что у нас тут? Странный механизм. Слегка. Но, тем не менее, мы можем перебраться на другую сторону. И здесь еще одна страница рукописи. Честно говоря, при первом прохождении я не припомню, чтобы они появлялись настолько часто. Серьезно, тут они буквально через каждые 2 минуты. Так, у нас есть 3 ракеты, 5 патронов для охотничьего ружья и сколько-то там патронов, 40 для револьвера. Ну что ж, залазим на крышу. И с крыши уже, я думаю, мы можем идти вон отсюда. Более что, мне кажется, или домик слегка разваливается. Поэтому я думаю, чем быстрее мы с него свалим, тем будет лучше для нашего главного героя. Так, ну вот теперь настало время использовать наше охотничье ружье. Давай, парень, где ты там? Отлично, друзья, с первого выстрела выносит вот таких громил. Это просто не может не радовать. Это просто замечательно. И еще мы взяли несколько патронов для охотничьего ружья. Скажем так, восполнили только что потраченный боезапас. И вот там есть еще одна записка. Интересно, мы сможем до нее вот таким вот путем добраться. Но я думаю, сможем. Страница рукописи. Отлично. А выйти отсюда, да, сможем тоже с помощью вот этих ящиков. Хорошо. Так. Я надеюсь, здесь больше врагов не будет. Хотелось бы верить. Так, и куда нам, собственно, дальше? Я думаю, через забор нужно перемахнуть. Здесь есть, опять же, небольшой схрон. Патроны и батарейки. Всегда был рад их видеть. И что ж, давайте пойдем дальше. Например, сходим сюда. Но здесь ничего полезного и, самое главное, интересного нету. О, тихо. Парни. Спокойно. Боум. Минус один, здоровяк. И не зря нам здесь положили батарейки. Так быстро не расходуется.
Минус второй здоровяк. Отлично. Два патрона всего лишь из охотничьего ружья. И эти парни мертвы. Это просто не может не радовать. Что так быстро теперь с помощью ружья мы можем с ними со всеми разбираться. Это просто замечательно. И впереди еще один схрон. Что-то нас прямо-таки балует всеми этими патронами и плюшками. Так, ладно. Воу, воу, тихо, тихо, кто ты? Чувак с бензопилой. Честно говоря, во всех хоррор-играх, абсолютно во всех, больше всего я боюсь, если можно здесь поприменять это слово, именно, вот, скажем так, монстров, людей с бензопилами. Да давай уже! Фу. А на него понадобилось аж два выстрела из винтовки. Это значит, что только что мы повстречали мини-босса в игре Alan Wake. Но все равно он нам особых хлопот не доставил. А это значит, что мы можем смело продолжать двигаться дальше. Туман более-менее рассеялся. Тьма отошла. Впереди свет, и это значит, что мы возвращаемся к Барри. Барри? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Так, у Барри тоже уже какие-то неприятности начали появляться. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. А это значит, что нужно поспешить. Патроны для револьвера нам понадобятся. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Так, отпереть гараж нужно, и здесь мы впервые покатаемся на машинке. Не может не радовать. Мужской и женский туалет. Ну, давайте зайдем в женский, посмотрим, что у нас здесь. Мало ли, может, что-то нужное будет. Нет. Хотя, да, патроны для охотничьего ружья никогда не бывают лишними. Так, а в мужском туалете есть свет, но что-то мне подсказывает очень ненадолго. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Что-то опять-таки бормотал. Ау! Черт, ну я ожидал, что что-то будет такое, но почему-то когда это произошло, все равно стало не по себе. Хотя, ну, логично было предположить, что свет отключится. Это, наверное, все догадались об этом. Странно, что машина в гараже, да еще и со включенными фарами. Интересно, интересно. Ну что ж, покатаемся. О, я только выехал, у меня уже оторвало капот. Давайте, парни, давайте. Но, если я не ошибаюсь, нам все равно нужно будет останавливаться, чтобы... чтобы собирать рукописи. Хотя, может, и не нужен. Я не помню, будут ли они здесь или же нет.
Собственно, куда нам ехать, тоже хороший очень вопрос. Я думаю, на свет фонаря. Что у нас здесь? Ничего интересного. Ладно, объезжаем все это, и вот мы снова на дороге. Так, ну, нам, конечно, бы нужно добраться до Бари как можно быстрее, потому что птицы – вещь опасная, мы это уже немного успели испытать на себе. Вот здесь есть всякие ответвления, и мне жутко интересно все-таки, есть ли там что-нибудь или нет. Давайте быстренько проверим, сходим. Не просто же так это здесь все правильно. Возможно, я сейчас делаю глупость, скорее всего, так и есть. Но мне реально чисто интересно. Ладно, мне не интересно, все. Валим, 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 валим. Что, шустро, сильно? Да нет, вроде не сильно. Тем более, до фонаря нам осталось бежать не так долго. А эта тварь за нами не... Вот черт. Все, давай, исчезай. Ты больше не у себя на районе, скажем так. Кстати говоря, я заметил, когда еду на машине, то FPS немного проседает. Это, конечно, не есть хорошо. Вот мы добрались до домика Ларри, или как его там звали, этого парня. Найл, по-моему, как-то. И это значит, что не так далеко домик Барри. Ну, реально, вот игра лагает, когда мы едем на машине. К слову, дальше мы проехать не можем, ибо дальше у нас тут кто-то решил поставить фургон. Ну, а также кто-то дал нам ракетницу, патроны для ракетницы. Окей. Мы готовы. О, фак. Я тебя не заметил. Я тебя не заметил, парень. И ты тут не... Еще не все. А вот теперь, надеюсь, все. Перезаряжаем ракетницу. У нас еще целых 3 патрона. Ну, давайте завалим этого парня с помощью охотничьего ружья. Дабы не тратить сильно ракетни... А, какой 3 патрона? У нас уже 1 патрон для ракетницы. А это не есть хорошо. Кстати, фонарик. Давайте сохранимся и восполним немножечко утраченное ХП. А вот и Барри. А, нет, не Барри. Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not... Игра что-то начала лагать немножечко, это мне не нравится, но надеюсь, смотреть не так тяжело. Хотя, знаете, до 9 FPS аж проседает. Из-за птиц это что ли? Да ну перестань лагать. Фак, играть же невозможно. Ну, я надеюсь, это только в этом месте. Может, действительно, из-за большого скопления птиц это как-то влияет. Так, здесь у нас...
показывает, что есть какой-то тайничок. И находится он вон там. Давайте откроем. Сигнальный ракетник. Да ну используй ты уже эту штуку. Сейчас нам нужно перебить этих птиц, я так понимаю. Давайте выберем сигнальную ракетницу. Станок. Давай уже зажигай. Талан, вот ты что-то талан. С какой стороны они полетят? Отпугнули. Да ну, сейчас я не хотел нажимать на кнопку. Так, надо следить за этими птицами. Тихо вы. Боже, игра ужасно лагает, если честно, но так как до этого момента такого не было, вполне возможно, что это действительно просто из-за... большого скопления птиц. Как бы это странно не звучало. Отвалить от меня. Так, отлично. Здесь я успел вовремя заметить эту стайку. Здесь я убил только половину. Ну, откуда вы нападете? Вот отсюда. Да, сейчас немного провтыкал момент. А у нас закончились уже все светильные приборы, скажем так. Конечно, не очень хорошо, но тем не менее и фонариком мы неплохо справились. Открывай уже. Эй, Ал, I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real. And I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Old Deer Diner. Good girl. Что ж, друзья, эпизод второй под названием «Одержимые» подошел к своему концу. Я надеюсь, вам понравилось мое прохождение данного эпизода. Если да, то ставьте
лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал, мне будет приятно. Ну и до встречи в третьем эпизоде прохождения игры Alan Wake. Всем пока-пока.